Сейчас на сцене настоящий профессионал, трехкратная чемпионка Казахстана по индийским танцам Айгерым Кетта! Айгерым только закончила школу, видите, голубая лента, бирюзовая лента на ее плече, как у выпускников. Победил в этом раунде. Первая у нас выступала Зита Гита. О, кто-то двое зааплодировали. Хорошо. А теперь аплодисменты несравненной великолепной Айгерым! И следующий раунд я уже вижу Фархад на сцене. Я правильно имя назвал? Фархад, вы сначала смотрите, а танцует профессионал. И вы, Фархад, докажете, что вы не менее профессионал, чем представители шоу-балета «Диаманты». Спасибо, спасибо. Теперь давайте позволим станцевать настоящему профессионалу. Спасибо огромное, это был Фархад и очаровательные леди вместе с ним. Ну а мы движемся дальше. И сейчас у нас на связи Россия-матушка. Эх, от волны до Енисея, на камнище из километров. Россия, моя Россия, от волны до Енисея. Скажите, Жанна, вы из какого города приехали? Из Челябинска. Из Челябинска. Да, замечательно. Вам повезло, потому что... Да, я хочу, знаете, что спросить? А какие в Челябинске самые популярные танцы? Не знаю, наверное, стрип-пластик. Стрип-пластик? А, я-то думаю, откуда костюм такой? Стрип-пластик, да? Все понятно. Ну хорошо. Итак, цыганка Аза сегодня у нас в гостях, и ей противостоит гостья из Челябинска. Давайте поаплодируем. Первой танцует Аза. Ты ж,
Жанна, запоминай. Вся душа полна тобой. А ночь такая лунная. Челябинск просто не оставил никому шансов. Первая у нас выступала Аза. Давайте кто-нибудь вдвоем ей поаплодируем. Спасибо. А теперь аплодисменты нашей гости из солнечного Челябинска. Жанна Хабалда! Просто невероятно, великолепно, замечательно. Счет 3-0 в пользу нашей команды. Даже 4-0 уже. И сейчас мы разыгрываем сразу 5 баллов. Салтанат, от вас очень много зависит. Где у нас Салтанат? Выходите, пожалуйста, ко мне. Нету Салтанат, что ли? Ага, вы не Салтанат. Айгерим, давайте тогда вы будете участвовать. Все будет по-честному. У нас 2 Айгерим, что ли? Ну, классно, хорошо. Вот почему вышли 2 Айгерим. Какой у вас любимый танец? Твист, говорите вы. Хорошо, вам повезло. А кто будет противостоять? Вы у нас Твист. Хорошо. Леди Твист противостоит Айгерим, а мы аплодируем. Много зависит. Смотри, мы разыгрываем 4 балла. Ты представляешь? Если ты проиграешь, то, несомненно, наша команда останется позади профессионалов. Поэтому соберись, сосредоточься и get on! Аплодируем представительницы профессионалов. Спасибо. А теперь аплодисменты Айгерим! Браво, невероятно! Счет становится 8-0. И сейчас
у нас будет противостоять